В ходе проведения ОПМ «Допинг» была осуществлена проверка медицинских учреждений на предмет соблюдения правил обращения с наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, 68- и 53-летние врачи-терапевты одной из больниц города занимались незаконной медицинской деятельностью, незаконной выдачей рецептов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ. То есть они выписывали рецепты на психотропные препараты «Реналиум» и «Брюзепан» с нарушениями, конечно.